Сейчас мы находимся в национальном парке Сам-Райот, который находится недалеко от города Хуахин в знаменитом пещерном храме. Вот так вот он выглядит. Вот он находится в центре пещеры, над ним открытое небо. Вокруг очень интересные скалы, непередаваемая атмосфера. Вот, сейчас сниму все, что вокруг находится. Вот ради этого всего я проехала 400 километров, и это моя самая дальняя дорога. Раньше я перемещалась только внутри города, но то, что я сейчас вижу, это того стоило. Это место находится в 40 минутах езды от города Хуахин и просто поражает своей красотой и атмосферой. Также здесь очень классные пляжи. Вот такие замечательные места есть в королевстве Таиланд.